Всем доброго дня, хорошего настроения. Сегодня я бы хотела в этом видеоролике осветить нашу продукцию, именно как продукт работает для спортсменов, для тех людей, которые активно сегодня двигают жизнь, в их жизни присутствуют хорошие нагрузки, те люди, которые ходят в тренажерные залы, те люди, которые занимаются профессионально спортом, это подходит и детям, и более старшему поколению, и, конечно, людям уже преклонного возраста. Поэтому остановлюсь на том, что первоначально мы работали с монооксией, это дигидрокверцетин, это тот компонент, который именно прошел клинические испытания на спортсменах, а именно на грибцах. И когда именно проводились клинические испытания, доказали именно и выносливость к физическим нагрузкам на дигидрокверцетине, а также в момент того, когда спортсмены академической гребли производят вот такой вот, ну, как бы совместный рывок, да, то есть они работают веслами, то есть происходит такое как бы нарушение сердечного ритма, экстрасистола происходит. И вот по показателям было выявлено, что дигидрокверцетин как раз-таки вот убирает вот эти все аритмичные дела. Поэтому мы продукт сегодня рекомендуем даже людям, которые имеют сердечные нарушения, ритма сердца. Поэтому спортсменам этот продукт очень хорошо. Это и иммуномодулятор, это и кровообращение, и также, вот еще раз повторю, это выносливость к физическим нагрузкам, это улучшение показателей вашего физического тела. И это можно давать деткам, это можно давать людям, которые занимаются профессионально. То есть продукт имеет антидопинговую сертификацию, поэтому пользуйтесь с удовольствием. Ну и, естественно, линейка Vita – это микроэлементы, это витамины, это Vita O2. Обязательно, как коктейльчик. Во-первых, это восстанавливает метаболику очень хорошо, быстро. Обязательно это восстановление идет после нагрузок. Очень быстрое именно восстановление и оксигенация всего организма, и клеток мозга, и тканевое дыхание, питание. Почему? Мы отметили именно в прошлом году, в октябре месяце, наша компания «Холдинг Альфа-Вита» участвовал как, ну, спонсоры мероприятия, то есть мы предоставляли подарки, то есть нашу продукцию, и проводили такой вот как бы коктейльный день, два дня, то есть этого мероприятия. Это было у нас в горах, было красиво, было очень огромное количество спортсменов из-за рубежа, то есть приехали люди по азиатским странам. Это был марафон по скандинавской ходьбе, это был веломарафон и марафон, то есть по легкой атлетике, то есть бежали 21 километр, 15 километров. И мы после, именно после нагрузки всех спортсменов угостили стаканчиком наших витаминов, минералов и кислорода. И буквально на следующий день к нам подошли опять же вот эти люди и сказали, а можно еще раз угоститься? То есть мы прям просто были как бы, ну, не верится прям даже как будто, что вот так быстро, то есть вот произошло восстановление и усталость ушла. То есть пробежали такое количество километров, а просто, ну вот, очень быстро восстановились. Действительно работает так продукт. То есть мы ознакомливали людей, именно спортсменов, для того, чтобы больше людей, которые ведут активный образ жизни, знали о нашем продукте. Что его можно употреблять на повседневном уровне, то есть по 7 капель на стакан воды, витаминов 7 капель, минералов 7 капель, кислорода 5 капель. Кстати, спортсмены могут капельки увеличивать, то есть им можно по 10 капель на разовый прием, либо когда вы пошли в тренажерный зал, прям капать на 1,5-литровую бутылку, и этот напиток можно просто-напросто употреблять, прям занимаясь и когда вы грузите, как говорится, свои мышцы. Очень хорош продукт, магнезия, проверен на себе. Я также 15 лет занималась спортом, волейболом. Дочь у меня ходила здесь в Алмате, в школу Олимпийского резерва по волейболу. Но я ее в большой спорт не пустила, потому что у самой проблемы с позвоночником после волейбола, с дребезги разбитые колени. Я сказала, то есть занимайся для себя, играй, ходи на тренировки, участвуй в мероприятиях, но как бы не грузи сильно себя. Вот. Она занимается сейчас дизайнерством, но также употребляет продукцию, витамины, минералы, кислоты. Кислород, это очень помогает именно в обычной жизни быть в тонусе, в бодрости, ну и когда она ходит на тренировки. Мой зять также, он бегает марафон, то есть также пользуется продуктом и отмечает именно прилив энергии, силы, бодрости и выносливости. Также у нас у партнеров в Кыргызстане есть
то есть лидеры холдинга Альфавита, Разбибю Колчаева, Гульжамал Колчаева, у них есть сестра Баян Колчаева. Ребенок Баян сейчас в Алмате у нас здесь, в Казахстане, занимается хоккеем, профессионально мальчик занимается. И вот она именно кормит его продуктом, и сам тренер отмечает, что ребенок практически не болеет, благодаря дигидрокварцетину, они его кормят монооксе. Ребенок в тонусе, более концентрирован на площадке, и сама Баян очень рада, что ребенок в такой вот активной фазе, и в школе успевает, как бы, с занятиями, да, то есть и в спорте хорошие показатели. Она пригласила тренера, то есть тренер рассмотрел продукцию для себя, для своего здоровья, ну и сказала, что будет рекомендовать деткам, то есть родителям, дети, которые посещают его тренировки. Я сама ходила в тренажерный зал длительное время, и мой тренер Роман просто поинтересовался, можно ли это детям, со скольки лет, потому что у него супруга тоже тренирует именно профессиональных детей, готовит детей профессионально именно большим теннисом, занимаются детки, и там приводят детей по 4-5 лет, то есть у них еще не хватает даже силы держать ракетку, а ей нужно еще и работать этой ракеткой, поэтому он поинтересовался, можно ли таким маленьким деткам. Я говорю, без проблем, также по 5-6 капель, будет прилив энергии, бодрости, тонус, то есть сила будет, и дети смогут, как говорится, двигаться и работать на тренировках. И действительно, когда они начали рекомендовать деткам, то есть родители начали покупать продукцию, и дети пошли с очень хорошими показателями выносливости, как бы, и прилива силы. Ну, естественно, что это сегодня у нас в Кыргызстане употребляет всей семьей кикбоксер, мастер спорта, международник, четырехкратный чемпион Европы в своей весовой категории. То есть он начинал сам и потом уже подключил ребенка своего новорожденного к продукту, и супруга употребляет продукцию. Наш партнер холдинга Натали Колвин, которая вела как раз таки переговоры с разработчицей, с производителем Амбай, она сегодня является партнером холдинга, и у нее свой бизнес именно... Она занимается созданием красивого тела, то есть она помогает людям приобрести хорошую форму. Ну, естественно, что ее работа связана с физическими нагрузками, она сама употребляет эту продукцию и рекомендует своему окружению. Вот. Поэтому, в принципе, сегодня для спортсменов это очень хорошая возможность поддерживать себя. Магнезия, вот, тот продукт, который очень хорошо работает именно на спазмированные мышцы. Если вы перетрудились, если вы свое, как говорится, тело где-то... перенапрягли, мышцу где-то вот, мышца получила спазм, просто несколько впрысков. Встряхнули флакончик, набрызгали на участок, где у вас спазм, втерли, через минут 10, если не отпустило полностью, можно еще раз нанести. Ну вот у меня с первого раза работает. Даже бывает так, что вы неправильно спали, где-то что-то мышцу потянуло. Вот, что-то где-то неправильно потянулись, наклонились. Но бывают такие моменты, что вот раз и мышцу спазмировало. Побрызгали, через 5